Громкая отставка недели. Губернатор Тверской области Шевелев ушел с поста по собственному желанию. Причина ухода не объясняется. Но в области ему вспоминают и то, что 5 лет Шевелева – это последняя позиция в списке эффективных руководителей регионов, и критика со стороны Народного фронта, который обнаружил у Шевелева схемы, похожие на попытку обойти требования к госзакупкам. Губернатору дорогие авто не покупали, а брали в аренду по космической цене. Его имидж не улучшили и фактически провал программы переселения из ветхого жилья, и коррупционные скандалы подчиненных, и приостановка газификации области из-за огромных долгов газовикам. Обязанности губернатора президент поручил исполнять Игорю Рудене, которого федеральный центр называет эффективным менеджером. Ведь сначала он был замминистра сельского хозяйства, потом руководителем агропромышленного департамента в аппарате правительства. То есть сейчас, в преддверии выборов, которые пройдут в области 18 сентября, он будет улучшать ситуацию на сложном направлении. И об этом ему прямо сказал президент. Вы человек очень опытный, и департамент возглавляли в правительстве, и заместители министра были. Поэтому на возможном новом месте работы, надеюсь, используете все свои знания, опыт и организаторские способности. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие и быть эффективным руководителем. Тверская область не ресурсный регион, там ни нефти нету, ни газа, но есть много сфер, где точно совершенно можно добиваться успеха. И люди очень трудолюбивые, талантливые. История этого края очень богатая. Есть на что опереться. Регион богатый своими историческими корнями, традициями, самое главное, людьми. И очень сильный природный потенциал. И мы сделаем все возможное, чтобы регион свои показатели улучшил в самое ближайшее время. Я рассчитываю на то, что вы, поработав там полгода, сможете доказать людям, что вы в состоянии возглавить эту область дальше. Все возможно сделано и, надеюсь, невозможно.